Итак, друзья, всем привет, меня зовут Антон, это игрушка Dishonored 2, пиратская версия. Мы продолжаем играть, и сейчас мне нужно попасть в особняк. Что я и буду делать? Особняк Стилтона. Уже какая-то нагнетающая обстановочка. Так, это что за хрень? Первый раз я в этой игрушке увидел даже растяжку, чего, в принципе, до этого я не видел. И на ней же первый раз нечаянно и подорвался. Так, хорошо. Итак. Рядом есть амулет или руна. Воспользуйтесь. Может, это Стилтон? Здесь много головорезов и злодеев. Теперь ты в их числе. Пытаюсь по максимуму осматривать, конечно, все, что тут происходит. Пока мне на второй этаж лезть не надо, поэтому поброжу по первому, так как показывает миссия. И тотчас же бегут прочь. Кажется, они напуганы. Но по-другому я не попаду к старику, который сидит за роялем. Там как раз есть дырка в потолке. И вот через нее я, скорее всего, и смогу попасть к этому старику. Если не убираться, дом начинает гнить. Да ты ж ёперный балет, а смотри. Или может как-то это? Мы с герцогом охотились на оленей с человеческими лицами. Нет, даже это я не могу разрушить. Ладно. На второй, так на второй. Keep out. Почему keep out? Да ёперный балет, а смотри, крысы, чтоб вы повздыхали. Так. Вот этот как перец, играющий за роялем. Постарел. Арамис Стилтон? Люди из моей юности. О, опять. Назад, в душе Арамиса Стилтона что-то сломалось. Он, как и часть его дома, остался в том вечере. Герцог с друзьями все еще здесь. Воплощает великий план. План Далилы. И... Я не могу понять, что чужой помогает мне постоянно. Навсегда. Бездна — это не вполне место. И тебе и не понять ее странную суть. Она смотрит на тебя. И в сердце дома Стилтона. Бездна стала сочиться в твой мир после проделки Далилы. Здесь магия искажена. Здесь все по-другому. Бедный чувак. Походу так реально и остался где-то. Хер знает где. Возможно, ты все поймешь. Это что такое? Мы здесь танцевали. Временной компас. Нажмите правой клавишей, чтобы переключить временную шкалу. Нажмите F, чтобы закрыть или открыть линзы, позволяющие видеть сквозь время. Имя бездны. Вау. Вас гости ждут в кабинете. Герцог ждет напитков, а я войти не могу, я не знаю кода. Там записка на двери, капитан. Что? Его нет, он на террасе. Нужен код от кабинета. Он в его блокноте, мэм, а блокнот при нем. Спасибо, капрал.
Признаться, мне не нравятся гости Стилтона. Мне тут уже устроила ты, королевская кураторша. Как бишь ее там? Наверное, вы про Бриану Эшвард. Да, про нее. Странная особа. Ну, неважно. Так держать, капрал. Спасибо, капитан. Хорошо, пошли за кодом. Так, а тут нету ни хрена, поэтому выбраться будем сейчас... отсюда можно только в настоящем, с помощью компаса. Ну это понятно. Время протекает, сочится сквозь стены, портит ковры. Так, ладно. Ненавижу их взгляды, Эшвард. Малыш Лука, они так смотрят. Что-то не так. Здесь даже воздух другой. Какого хера? Она пролезла обратно. Эшвард помогла ей открыть проход. Тихо! Тот, кто в бездне, слышит все. Ладно, как мне добыть этот гребаный код? Блять. Дыр ни хера. Почему? Отправляйся в Тану. Герцог платит стенателям, чтобы те приносили еду Стилтону. И что он научился петь? Ага. Все. Так, хорошо. Теперь я понял. Теперь мне нужен код. Да, у Стилтона был уютный дом, пока что-то не произошло. Отдал еще один набор серебра. Шахтеры и их семьи даже не подозревают. Осторожней! Поймите меня правильно, что если вы не уйдете, я позову на помощь. Ну что мне на такое отвечать? Поймите меня правильно. Крыжовника на юге. Если вы не уйдете, я позову на помощь. Так, пацаны, отбой. Ты смотри, а везде этот универсальный, мать его, ключ. Эй, кто? Нет, что нет, тут нет, творится? Это ненадолго. Я не хочу умирать. А? Что? Мне нужна помощь. Держись. Что-то мешает перемещение. Спокойно.
Я выпущу ее из тебя. Кричи на здоровье. Кричи на здоровье, дружище. Ева, футбол. Д доска. Е еле ешь. У Ежа иголки есть. З бор и илы йод. К и кот и кашалот. По нам стреляют! В порядке? Нет! Да ну! Отстаньте! На помощь! Стража! Люди! Я не хочу умирать! А? Зараза! Помогите! Люди! Кто-нибудь! Вообще я немножко... Эй, кто? Твою мать! Потерялся. Стилтон не был аристократом. Он начинал забойщиком в шахте. Совсем чуть-чуть потерялся, но я не могу понять просто, куда мне дальше идти. Точнее, как мне туда попасть. И где мне взять этот универсальный, мать его, ключ? Если я услышу еще хоть одну жалобу, я просто взорвусь. Так, это спальня. Давай еще раз по сердцу посмотрим. Мешает перемещению, а что, а? Твою ж то мать. Что? Кому-то плохо. Возможно, я смогу тут пройти, вернувшись в прошлое. Что это за хрень вообще? Сейф такой. Так, а как же ты сможешь пройти, вернувшись в прошлое? Ага. Я понял. Хорошо. Так. Далее. Тут станок.
где мне взять этот блядский универсальный ключ, а? И тут ни хрена. Так, монтажный инструмент. Хорошо. Интересно, что было в Дануэле в ту ночь? И что сейчас делаю я? Что делаешь ты, это хорошо. Что делать мне? Как мне пройти через эту головоломку? Нашел я, как перейти. Так. Погнали дальше баловаться с сердцем. Окей, что я могу сделать. Что ж такое, смотри. Почему я не могу переместиться? Дверь приоткрыта. Больше тут нет никаких. Ни дыр, ни щелей. В стене ни хрена. Может, она открыта в настоящем? Так как же она будет открыта в настоящем, а? Thank you.
я все равно не могу понять, как мне, бляха-муха, ее открыть. Буду искать. Итак, нужно было мертвую собаку убить. Точнее, не убить, а выбросить ее в крематорий. Для того, чтобы здесь трупные осы не завелись. Теперь можно свободно уже было проходить. Собственно, через... через эту... закрытую дверь. Кто хочет поджариться? Пёсики. Так, окей. Наверное, центр уже близко. Окей. Так, выбираем обратно же. Ух ты. Тут этот парниша стоит. Сказал бедняк. Отправится на задний двор. Фу, вот это такая миссия, конечно, заковыристая на самом деле. Если бы не въехал про ту собаку, реально так бы и не смог открыть, наверное, эту дверь. В прошлом Стилтона защищала гвардия. Что? Постой, я там посмотрю. Я поищу. Так, хорошо. Что Стилтона защищала гвардия? Это не может... смотреть в оба! Не радовать. Ничего! Везде вот ищите! Дерьмо. Не жди! Так, все, парни. Хорош. В дневнике код от замка. Девять. 976 976 976 976 976. Отправляться в особняк. 976. Да, прикольное сердце, кстати. Путешествовать в прошлое. Реально прикольно. Девять семь. Нет, еще одна жертва убийцы. Зараза. Где ты прячешься? Смотреть в оба. Так, мне надо на второй этаж. Сука, нет! Парни, кабинет. Будьте начеку, ясно? Девять, семь, шесть. Здесь ничего.
Куда это ты собираешься? Твою мать. Девять. Семь. Шесть. Ого. Видел бы это наместник Бирн. У него бы точно начались кошмары. Это что за херь? Добро пожаловать в мой дом. Сеанс. Ну, давайте приступим. Мы попытаемся сделать то, чего еще никто не делал. Я сама-то не могу это полностью осознать, а уж вы тем более. Если кто-то еще сомневается, пора отринуть сомнения. Это выходит за пределы рационального понимания. Вот та самая грань, где натурфилософия переходит в нечто иное. Да, я это чувствую. Мы рискуем сойти с ума. Чем больше я слышу, тем меньше мне все нравится. Зачем еще говорить с мертвецами? По-моему, вы если и так сошли с ума, друзьяшки. Убили или изгнали из нашего мира. В своем ли она уме? Далила сильна, как никогда. Мы с герцогом слышали ее. Она нашептывала нам. Теперь пора. Займите места. Так, окей, пошли дальше. Прислушайтесь к бездне за пределами мира. Слышите ее силу? Слышите? Клянусь звездами, это восхитительный любой оргии. Стойте, стойте! Мы же не можем! Болван! Чё за хер? Я здесь. Я вернулась. Из вечности. Прикольно. Любопытно. Похоже, все получилось. Теперь моей душе ничто не грозит. Она заключена в этой вещице. Лука, положи ее под замок. Я вижу, что там внутри. Один стал камнем. Другой выкован заново и отмечен знаком Черноглазого. Бедный Арамис. Я вынужден заботиться о нем. Так, теперь мне нужно обратно вернуться в пыльный квартал. Стой. Я не вижу, но я знаю. Чтобы это все потом рассказать. Где мое сердце? Нахер, блядь. Это злые люди, как я и говорил. Фух. Гори в аду, сука. Так, спрыгиваем. Отлично. Так, и можно идти в пыльный квартал. Так, как отсюда выйти?
замок. Че ключ, господи. И тут, наверное, 100%. Та же херь мне и надо. Первый этаж. Прикольно. Так, это спальня, я так понял. Так, хорошо. Поехали на лифте. Ты не сможешь прятаться вечно! А ну ладно, смогу. Давай минус один возьмем. Путешествуем на лифте. Подвал. Так, хорошо. Осторожно, не бросай. Ставь аккуратно. Это серебро, оно не сломается. Я не о том беспокоюсь. Ты ж... Где ты там? Ох, нихуя себе. Тут братва, да? Перемещаться, соответственно, я тоже не могу, да? Хорошо. А из подвала? Я заблудился, я не знаю, как вообще, бляха-муха, отсюда выйти, мать его, а? Откроем. Угу.
Так. Дверь заблокирована. Тут я под водой уже, да? Так, а как бы мне, допустим, сюда? Во. Тут что-то было. Может, Меган или Антон что-то знают об этом? Вокруг. Очередной рассыпающийся островок на самом краю бездны. Нет, он особенный. Здесь 4000 лет назад мне перерезали горло. Здесь моя жизнь закончилась и снова началась. Здесь я был создан. Эта часть бездны кажется старше. До самого конца я думал, что смогу сбежать. Я боролся. На веревке лишь рвали мою кожу, пока я не обессилел. И тогда нож коснулся моего горла, и я понял, что ждал слишком долго. Кровь хлынула из раны, а я стал рогом. Теперь ты знаешь секрет долины. На исходе своих дней она отправилась в плавание сквозь бездну и должна была сгинуть навеки. Но ее воля и коварство не имеют себе равных. Она нашла это место. Остров посреди бездны, который сделал меня тем, кто я есть. Он изменил ее. Она нашла способ выбраться отсюда и захватить власть. Далила теперь часть меня. И мне это не нравится. Надо отдать должное Далиле. Она оторвала кусочек себя и спрятала его в изваянии. Она стала бессмертной. Если хочешь убить Далилу, придется найти и вернуть ее душу. Выполнить это непросто. Но то, что последует, станет труднейшим испытанием в твоей жизни. В мире больше тайн, чем кажется. Yeah.
Этот странный день прошел, и теперь нужно вернуться на шлюпку, где ждет Соколов. Старик, нужно было задушить Луку в колыбели. Потом пропустим по пинку. Маску носишь? Боишься, что узнают? Гвардейцам это не понравится. Со временем удается Вы готовы? У меня от пыли уже в горле першит. Да, дела с Пауло улажены. У Стилтона побывали. Можно отправляться.